дельфинчиков, наверное, во всех странах мира на пляжах изображают. Интересное название у лодок. Ибрагим Спидбот, Карим Марин, Гэмбли. Вот это вообще очаровательная малолитражечка. Вон там вот на горе статуя Будды, большого Будды, знаменитого пхукетского. Видно даже отсюда немного. Все кажется, что лодка внутри нее бесконечное пространство. Потому что они выходят и выходят и выходят. Такие, смотрю, уставшие, но счастливые люди. Сама вылезет красотка. Топливо кончается. Там я еще не был, но обязательно побываю в одном из следующих видео. Это дорога. Вот. Это, я так понимаю, вот самый главный пирс, да? Пирс Чалонга. Он все. Смотрите, 2-3 минуты, все, разгрузились, уехали, остановка. В гараж. Говорит, в гараж поехали. Прибой, значит, там уже поглубже. А вот тут все обмелело, смотрю, вообще такой мели не было.
А тут уже мелкие волны. Значит, там вот глубоко уже. Можно шнырять между островами. Там даже люди что-то делают. Ходят по отмели. Красота. Кто-то аж кричит от счастья, от такой красоты. Прекрасно, друзья.